Спад преступности и благоприятная динамика. Так итоги прошедших 9 месяцев охарактеризовал глава Челнинского УВД Алексей Соколов на сегодняшнем совещании. Однако отметил, что эффективность работы отделов нужно повышать, чтобы полиция Автограда занимала лидирующие позиции в Татарстане. Пока подводит комсомольский отдел, которому и стоит подтянуться. Перейдя к цифрам, Алексей Соколов сообщил, что за 9-месячный период всего на территории города было совершено 5500 преступлений. При общей тенденции к снижению по некоторым видам правонарушений заметен рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Таких преступных составов, как убийство, незначительно с 27 до 29, краж автомашин с 14 до 19, грабежей, угонов. На этом фоне зафиксирован рост уличной преступности. Больше стало и случаев мошенничества, при этом обычных краж, напротив, меньше. Также за отчетный период полиции удалось накрыть 2 наркопритона, плюс перекрыть 2 канала поставки дурмана в наш город. Продолжаются проверки и объектов алкогольного рынка. В городе заведено уже 6 уголовных дел за повторную продажу спиртосодержащих напитков несовершеннолетним. Неблагоприятный период роста преступности, по крайней мере, его пиковые значения для анализа чумов, они уже позади.